Мы живем в демократическом обществе, где каждый гражданин имеет право выражать свое мнение открыто. 21 декабря я пришел на митинг, где публично озвучил свое недовольство по отношению к властям. Также там со мной присутствовали на этом митинге сегодняшние политические узники Рамаз Джопа и Анри Инапшева. В тот вечер они были со мной. Если власть решила, что эти люди являются преступниками, значит, я с себя не буду снимать никакой ответственности. Механизм закона сегодня от властей работает только в направлении исключительно в сторону оппозиции. Это неприемлемо.